Выставка World Food 2022 продолжается. Мы общаемся с интересными участниками. Один из них прямо сейчас рядом со мной. Это Антон Непахарев. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Какую компанию представляете? Я представляю стартап-проект «Жарпончик». Мы делаем аппарат, который жарит пончики. Это вендинговый аппарат, первый в мире. Я его изобретатель. Очень интересно. Можно более подробно о изобретении и о его эксплуатации? Мы сделали вендинговый аппарат, смогли уместить вот все вот это вот вендинговый аппарат, огромную пончиковую, которая вот существует в обычных местах. Это примерно мы засунули в один квадратный метр, площадь примерно 5 квадратных метров. Вот, и на этой площади сократили, соответственно, все затраты на ее организацию, сократили потребление электричества в 3 раза, уменьшили масло, количество. В общем, наш получился довольно-таки очень экономичный, очень маленький и, самое главное, очень мощный аппарат. Антон, а когда можно будет всем сладкоежкам ждать первые пончики? Вы знаете, к сожалению, мы пока сделали только опытный образец, который уже обкатали, подтвердили полностью все свои гипотезы. И вот в данный момент заканчиваем производство чертежей. И я думаю, что в декабре месяце мы получим наш первый опытный образец, уже предсерийный. А в марте месяце мы уже, скорее всего, поставим их на улице Москвы. Очень здорово. Скажите, мы находимся на выставке World Food. Здесь очень много людей, которые заинтересованы, возможно, уже проявили интерес к вашей продукции. Есть ли такие успешные контакты? Ну, нет, к сожалению, таких успешных контактов нету, но я планирую сделать не просто обычные пончики, а я планирую сделать еще и аппарат, который будет делать американский вариант пончиков. То есть это с начинкой, с обливкой, с обсыпкой. Я здесь нашел довольно вкусные ингредиенты для того, чтобы дозировать внутрь пончика и, соответственно, обливать. В общем, очень полезная выставка получилась для меня. Антон, желаем вам тогда успехов. Ждем пончиковые, первыми придем, попробуем. Спасибо большое. Обязательно приглашу.